Вы побывали на закрытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню. Спасибо, кстати. Да, спасибо. Познакомились с президентами, со всеми вплотную. Увидели их позиции, что касается оборонительного нашего союза. Поэтому, ну, в принципе, напутствовать вас мне нет смысла. Мы уже не единожды об этом говорили. Поэтому вот с вами, прежде всего, хотел бы обсудить вопросы дальнейшего функционирования госсекретариата Беларуси. Ваша точка зрения, ваши предложения, кто возглавит госсекретариат, какие у вас видения, может быть, какие-то проблемы вы видите, может, там реформировать надо госсекретариат. То есть меня больше интересует сейчас тема будущего, будущей работы секретариата Совета Безопасности Беларуси. Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока не войдет в курс дела новый человек. Думаю, что у вас какое-то время для этого найдется, работая там в Москве на этой должности.